Всем привет! Сегодня мы поговорим о том, что такое R-Value ссылка, вот, или R-Value объект, и что такое Move, операция перемещения. Вот. И советую не переключаться, так как, как бы, эта тема одновременно и сложная, ну и одновременно и легкая. Вот, поэтому постараемся кратко, но подробно это все рассмотреть. Итак, давайте в первую очередь разберемся, что такое L-value и R-value. Есть L-value и R-value. Value, вот. Ранее, ну как ранее, до 11 стандарта эти понятия были. Вот, но понятием R-value это обозначался там определенные там объекты и все. Вот, с 11 стандарта появилась возможность вот этим R-value еще непосредственно программировать и указывать, что есть R-value там объект. Вот, и соответственно писать определенные функции и говорить об этом компилятору, и компилятор что-то делал очень хорошо, то есть он код какой-то мог соптимизировать. Но для этого нам нужно было это явно указывать. Так вот, что такое L-value? L-value обычно это то, у чего мы можем взять адрес. Так вот, смотрите, какое правило. Как определить, R-value это или L-value? Ну, к примеру, int i равно 0. У i можно взять адрес? Можно. И это является объектом целочисленного типа. Именованный объект. То есть этот именованный объект имеет имя i. Мы каждому объекту даем какое-то имя. Да? Вот. Вот, к примеру, класс, да, data. Точно так же, как и здесь. Data d1. Вот мы создали объект именованный. У него есть имя. Для нас это имя. Но для компилятора это же какой-то адрес. Да, в памяти. Или в куче. Или на стеке. Или в статической области памяти. Без разницы. Это есть живой объект именованный. Значит, у него есть ссылка. На него есть ссылка. Либо у него есть адрес. Это L-value. А вот это... Data. Да елки-палки. Вот это уже R-value. Это вызывается конструктор дата. Ссылки он, то есть имени мы не дали, да, вот на этом этапе, скажем, будет вызван конструктор. Ну и все, и этот объект нигде не используется, и по-хорошему он будет уничтожен. То есть вот это R-value, это то, у чего нету адреса. Вот, вот и все. То есть определять R-value это или L-value просто. Если возможно взять адрес выражения, то это L-value, left value, да. В противном случае это R-value. Ну, к примеру, где еще R-value? Вот сделаем вот так вот. Конструктор сделаем, и который принимает строку. String какую-нибудь str. Str. Вот, то вот здесь это будет точно такой же string hello. Вот, вот, вот здесь это у нас R value, потому что вот здесь у нас создается временный объект. Он временный. Вот здесь, да, он сюда заходит и он получает какое-то там имя. Мы именуем его. Но по факту вот это R-value. Соответственно, это все можно выразить как R-value ссылкой. То есть R-value ссылки появились. И это как бы обычная ссылка, но уже у нас 2 амперсанта. То есть это уже означает, что будет передана R-value ссылка. Так вот, для чего же это все добро нужно? Как уже было сказано, это очень здорово помогает, или помогло уже, или поможет в будущем соптимизировать код так, чтобы он работал еще быстрее. То есть раньше как бы задача перемещений объектов была не решена. С 11 стандарта эту задачу уже решили. То есть эта вся семантика, эти все понятия и вот эти R-value ссылки позволяют программистам избежать логически ненужного копирования и обеспечить, там, можно сказать, идеальную передачу объектов куда-то. Так, давайте рассмотрим пару примеров и пойдем дальше. Посмотрим. Так, то есть... Смотрите, ранее у нас был конструктор по умолчанию, дальше конструктор копирования,
и оператор присваивания. С 11 стандарта с введением AirValue ссылок у нас появился перемещающий конструктор, вот точно такой же конструктор, который имеет 2 амперсанты. И без const. Const здесь не нужен. Почему не нужен, вы поймете позже, если вы не будете перематывать, а смотреть все. Вот. И добавилась еще операция перемещения. То есть это конструктор перемещения, а это присваивание перемещением. Вот, то есть это я так здесь сделал. Теперь смотрите, первый пример. Вот мы написали какую-то функцию шаблонную, которая меняет два объекта местами. То есть смотрите, в чем проблема. А мы передаем ссылки. И, ну, это классическая, да, обмен данными, вот, обмен двух переменных. Вот, и вот здесь создается временный объект. Дальше там выполняется действие, ля-ля-ля, и при, то есть вот здесь будут изменены, А и Б будут поменены местами, то есть данные. И при завершении функции у нас деструктор будет сработан, то есть лишний конструктор работает и лишний деструктор. Вот. Ну и в качестве примера вот здесь вот функция тест. Создается два вектора v1, v2 по одному объекту. И эти два вектора, то есть не сами данные, а векторы. Так как векторы могут быть большие, и для больших векторов вот эта операция, там где лишнее копирование и лишний там вызов деструктора, это все может вызывать дополнительные накладные расходы. Вот. И второй пример. Во втором примере точно такой же пример. Вот, все точно так же я оставил, но изменил функцию swap. Вот, в ней я использую std-шные, то есть средства, то есть std-шную функцию move. То есть move как бы перемещает. Как это достигается, мы увидим позже, поэтому смотрим. Вот, так вот, смотрите, вот здесь всего лишь изменена, ну, вот этот вот участок кода, да, где мы просто вызываем move и передаем туда ссылку. Вот, и все точно так же. У нас два вектора и вызывается swap. То есть эти векторы могут быть большими. Вот. И теперь давайте запустим. Запустим и посмотрим результат. Так, вот у нас результат. Давайте. Вот у нас. Так, давайте разделитель, чтобы визуально это все было видно. И вот у нас два одинаковых участка кода, только функция swap изменена. И в первом случае мы видим, раз два конструктора работает, потом деструктор, потом опять два конструктора, деструктор, потом начинается функция swap, да, работать. И вот здесь у нас работает конструктор копирования и два оператора присваивания, и swap заканчивается. Вот, в результате. Теперь давайте, то есть это у нас там по одному объекту. А если у нас в этих векторах будет по миллиону объектов, то тут довольно-таки немало операций можно сэкономить, если использовать move. Теперь второй вариант. Смотрим swap из start, swap из end. Внутри не было вызвано ни одного конструктора, ни конструктора копирования, ни оператора присваивания. То есть мы сэкономили уже кучу действий. Вот, соответственно, сэкономили и производительность. Вот. Есть. То есть это увидели. Хорошо. Давайте перейдем к следующему примеру. Вот А, Б, С. Вот у нас следующий пример. И сейчас посмотрим, что делает move. Так, давайте я раскомментирую. Вот, и перейдем, поставим точку останова и запустим. Тут мы используем стандартную функцию std-шную move. Да, я уже std здесь не пишу, не надо. Вот, и теперь давайте посмотрим. Смотрите, вот за мышкой. Здесь вектор А содержит 5 элементов, вектор Б содержит 0 элементов. Ну, это еще я вывожу на терминал. И сейчас мы сделаем move. Что же делает move? То есть сам по себе move не делает ничего. Почему он ничего не делает, чуть-чуть позже будет сказано. Но
Называется он move. Он перемещает как бы эта функция. Но за счет чего это достигается? Мы просто компилятору говорим, что вот здесь было бы неплохо переместить объект. Не скопировать, а переместить. То есть вот это move. Если вам нужно переместить объект, то нам нужно и вам нужно явно об этом сказать компилятору. Соответственно, вызывая функцию, то есть указывая, вызывая функцию move, либо когда вы сами создаете функции, создаете там классы и в них хотите указать, что здесь копирование не нужно, здесь нужно перемещение, то вы пользуетесь. Первое это rValue ссылками, то есть двумя амперсантами, и второе это функция move. И тогда компилятор четко знает, что здесь никаких копирований не нужно, а нужно сделать перемещение. Вот. Теперь смотрим, наблюдаем вектор А 5 элемента, вектор Б 0 элемента. Выполняем код, вектор А стал 0, вектор Б стал 5. По факту переместился вектор, все значения А в Б. А B стал теперь содержать 5 элементов, а вектор A 0 элементов. То есть как бы вроде как бы и переместилось. Так, давайте перейдем к следующему примеру. То есть давайте перед тем, как перейдем. Еще раз. То есть std move. С помощью std move мы явно указываем компилятору, что объект является временным. Вот. Чтобы явно это указать, мы пользуемся функцией move и там rvalue, либо просто move. Так вот, когда компилятор увидит это move, то он будет пытаться этот объект, давайте перейдем опять к этому вектору, вот он будет пытаться этот объект переместить, то есть почленно переместить. Если у него это не получится, то будет выполнено копирование, а не перемещение. То есть это не гарантирует, что когда вы вызовете функцию move, что у вас ваши собственные объекты будут перемещены. Нет никакой гарантии. Но если вы все для этого сделаете, так как вы программист, если вы создадите ряд функций, которые работают с rvalue ссылками, если вы будете использовать стандартные функции move, вот, то большая вероятность того, что вы напишете тот код, вы напишете высокоэффективный код, и объекты не будут скопированы, а будут перемещены, если, конечно, это требует. Вот, давайте посмотрим на пример D. Что у нас в примере D? Пример D просто как бы особо ничего не делает, просто демонстрирует. Для того, чтобы, ну, демонстрирует, что это такое, да, когда конструктор копирования вызывается, когда конструктор перемещения. То есть это же будет все на GitHub, поэтому у вас вот эти примерчики всегда будут под рукой. Так вот, вот в этом случае вызывается конструктор копирования. Вот мы видим. А вот здесь конструктор перемещения, когда мы явно говорим компилятору перемести объект. То есть мы вызываем std move. Вот. И вот здесь просто функция test тоже для примера. Смотрите, этот код компилируется, этот компилируется, вот здесь же у нас не компилируется. Почему не компилируется? Потому что функция foo принимает ссылку, rvalue ссылку, вот она. А object, он у нас имеет lvalue, то есть object это именованный объект, поэтому здесь это собрать не получится, будет ошибка. Вот этот же участок. Все хорошо у нас компилируется. То есть это примерчик для того, чтобы он у вас был под рукой, и вы всегда могли вспомнить. То есть смотрите вот здесь, да, здесь временный объект создается. Все отлично, rvalue. Здесь же это lvalue, у объекта мы можем взять адрес. Вот. Здесь тоже все верно, здесь rvalue. Но чтобы вот этот участок кода компилировался, мы можем вызвать функцию move. И все соберется. И теперь на этом этапе это, ну, этот код не означает, что
по аналогии, да, с вектором, вот как мы видели, что после вот этой, после вызова этой функции, этот объект станет равен там нулю. Нет, здесь будет попытка переместить вот это вот значение вот сюда. Если это не получится, это на этапе компиляции, компилятор определит, то будет просто скопировано значение. То есть операция перемещения удобна тем, что если получается, объект переместится. Если не получается, он скопируется. То есть хуже в любом случае не будет. Вот. Но я это уберу, вот, чтобы была ошибка компиляции. Итак, и давайте теперь еще перейдем к примеру E и F. А, не, просто к примеру E. Вот здесь мы чуть-чуть подобрались к тому, как же все-таки работает этот move. И почему в обычном конструкторе копирования здесь был const, но в конструкторе перемещения const не нужно. Ставим точку останова вот здесь, чтобы нам отдебажиться. Давайте вот здесь еще подставим точку останова и запустим. Что же на самом деле происходит при move? То есть еще забыл сказать. У нас есть конструктор, конструктор копирования, оператор присваивания. И они генерятся обычно по умолчанию, да? Вот, ну, там уже, когда работает оптимизатор, он может посмотреть в коде, нужен ли этот конструктор копирования, к примеру, используется ли он где-то или не используется, то есть генерить его, не генерить, вот. Так вот, по поводу вот этого конструктора перемещения и оператора присваивания перемещением, они также генерятся только тогда, когда нужны, даже не то, что также, они генерятся только тогда, когда они действительно нужны. То есть нет необходимости их описывать всегда самим, то есть можно довериться компилятору. Однако же, если ваши объекты очень сложные, то тогда лучше это описать, но не факт. Так вот, переходим к нашему примеру, где чуть-чуть подбираемся к природе этой перемещения. Что это такое? Так, вот у нас создается объект А какой-то, да? Мы выделяем память для там сколько-то интегеров для 100. И вот у нас описан конструктор перемещения без const, акцентирую внимание, и принимает rValue. Что в этом случае происходит? Вот вызывается наш конструктор. Теперь смотрим. pdata 0,0. Ну, здесь чуть-чуть дебаггер не очень. На самом деле здесь корректный адрес. И размер 100, да? И теперь давайте посмотрим на непосредственно наш объект. Скорее всего, ничего здесь не будет. Здесь проблема отладчика. Ну да ладно, давайте продолжим. Смотрите, что pdata. В pdata мы копируем адрес нашего массива. То есть смотрите, этот объект, он же у нас содержится из таких членов. Дата и размер. Так вот, заходит какой-то объект. И здесь явно указано rValue, да? Как бы он может быть временным. Значит, мы понимаем, что тот человек, который вызвал этот конструктор, он явно сюда передал или неявно объект rValue. Значит, его нужно попытаться переместить. Что мы и делаем. В pdata, а pdata это у нас указатель, мы присваиваем адрес вот того самого указателя, который сюда зашел. Есть. И размер присваиваем. Присвоили. И потом для вот этого вот объекта, который зашел, вот эту pdata мы обнуляем и размер обнуляем. То есть, грубо говоря, мы переместили. То есть, за счет чего? Мы просто взяли и забрали у него адрес и присвоили нам этот адрес, да, вот этому объекту, this. То же самое и с размером. Взяли и наглым образом забрали. И обнулили. Вот таким вот образом, это грубо говоря, очень грубо говоря, но это недалеко от истины, да, происходит перемещение. Вот. И теперь давайте посмотрим вот здесь на выходе. pdata 0, size 0. Здесь pdata 0, ну как бы здесь корректный адрес. И размер 100. То есть, грубо говоря, мы переместили. Для себя вы можете здесь сделать некоторую еще распечатку, да, чтобы убедиться, что все произойдет хорошо. Ну, что все сработает. Вот.
Так вот, почему же здесь нельзя const? Потому что здесь, если здесь будет const, то мы просто вот так вот не сможем взять и изменить входящий объект. Вот мы его меняем. Если здесь был бы const, мы бы этого сделать не смогли бы. Вот, ну и на закуску, можно сказать, давайте перейдем к примеру f и g. Вот, это так схематически показано возможные преимущества. То есть это схематически, я говорю еще раз. Так, давайте f. Что у нас здесь? У нас здесь создается 30 тысяч объектов. У меня есть некая структура, класс str, которая принимает на вход какой-то размер и увеличивает строку. И дальше у меня есть конструктор копирования и оператор присваивания копированием. Вот. Дальше у меня есть еще один классик, data, который на вход принимает некую строку. И дальше в цикле от 0 до вот этих 30 тысяч в вектор закидывает строки. Видите, временный объект STRI. То есть сюда получается передается 0, 1, 2, 3, 4, 5. И на каждой итерации туда помещаются объекты, размер которых увеличивается. То есть сначала строка нулевой длины, потом 1, 2, 3, 4 и самое последнее это 30 тысяч. То есть в какой-то прогрессии у нас растет. Вот. И я меряю время. И второй пример точно такой же, но вместо конструктора копирования я использую конструктор перемещения. А конструктор копирования и оператор копирования, я запретил, явно указал delete. Вот, четко сказал, что использовать только вот эти вот операции. Операции перемещением и конструктор перемещением. И использую здесь move. Вот. И все здесь точно так же. То есть на этом этапе просто будут перемещаться строки. Временные они создаваться не будут. Ну, соответственно, и переписан на вот эту часть. Здесь точно так же запрещены конструкторы копирования, операторы присваивания. Здесь только конструктор перемещения, оператор перемещения. И давайте вот запустим. И посмотрим на результат. Сейчас, вот он результат. 3 секунды и 6 секунд. Ну, 3,1 секунда и 6, и 8, и меньше секунды. Вот, 680 миллисекунд. То есть разница очевидна, да? То есть это вот так вот грубое сравнение. Вот, грубый такой пример, но он показывает возможные преимущества. Вот, почему грубое? А только потому, что где-то вот в этих вещах сейчас... Вот здесь компилятор и до 11 стандарта мог понимать, что это временный объект, и мог его здесь не создавать, а непосредственно уже функции pushback, непосредственно при добавлении вектор, мог там создавать вот этот объект. То есть избегать ненужного создания объекта и копирования. Так вот, я говорил, что функция move как бы ничего не делает. И это верно. Ну, а что же она делает? То есть по факту это вот такой шаблончик, который просто принимает какой-то объект и приводит его к вот такой вот ссылке. То есть да, он и принимает объект rValue и приводит к rValue, но не так. Он может принять lValue объект и попытаться привести его к rValue. То есть по факту функция move просто приводит, то есть кастит объект к нужному нам типу. То есть все зависит от клиентского кода, где должны быть перегружены ключевые функции. То есть в частности это конструкторы копирования, операторы присваивания. Вот. И другие функции, не конструкторы, не операторы, к примеру, которые могут принимать и либо lValue, либо rValue ссылку. То есть все зависит от клиентского кода, от вашего кода. Соответственно, если вы уже там понимаете этот механизм, и если вы стараетесь писать с использованием уже rValue ссылок, но вы должны понимать, что объект вы перемещаете, что этот код заточен на перемещение. И где это возможно, компилятор его будет использовать. Вот. Итак, ну и давайте еще один примерчик.
Даже не примерчик, а просто подытожим, что мы узнали. А запомнить следует, наверное, только одно, что STDMU выполняет безусловное приведение к R-value. Сама по себе функция не перемещает ничего. Ну и также STDMU не выполняет никаких действий времени выполнения. Вот, поэтому, опять-таки, попробуйте для закрепления сделать что-нибудь такое. Ну вот смотрите, давайте еще раз. Вот функция void, или давайте вектор intop тест. Создадим функцию, которая принимает некий вектор. Вектор вот так вот. Int v. Либо даже он принимает некое значение. Int. Фух, int a. Вот, а вот здесь создается вектор. Да елки, что я с большой пишу? Int v. И return v. Return. Вот. И здесь некий код, который зависит от вот этого, к примеру, счетчика, и который заполняет этот вектор. Ну вот смотрите, попробуйте сделать так, чтобы попробуйте написать оптимизирующий вариант этой функции. Что здесь не оптимизировано Go? Но здесь не оптимизировано то, что вот здесь создается объект, дальше он возвращается. То есть по факту, если оптимизатор там где-то сглупит или он решит, ну там все равно есть определенные правила, да. Вот, но в любом случае в самом худшем варианте здесь создастся объект, дальше будет его возврат. Когда он будет возвращаться, будет выполняться копирование. Вот, то есть будет лишняя операция. Попробуйте поиграться с этим кодом. Ну по аналогии, как вот здесь можно запихнуть сюда дату, вот, и описать конструкторы копирования, операторы присваивания различные, и в консоль вывести. Вот. И попробовать улучшить этот код. Ну, как минимум, здесь можно попробовать здесь сказать компилятору, что ты возвращай не объект, а перемещай его. А это можно попробовать использовать move, вот здесь эту функцию. Вот. Ну, может быть, вот здесь ссылочки какие-то надо поставить, а может быть и не надо. То есть это в качестве домашнего задания попробуйте поразбираться. И, кроме всего прочего, в качестве домашнего задания вот просто посоздавайте вот такие вот объекты таким образом. И тоже опишите все конструкторы, все операторы присваивания. Так, давайте D2. И посмотрите, ну, может быть, для себя, чтобы еще вспомнить, что когда работает. Вот D3 равно D2. Дальше описываем D4. Вот так вот. Давайте D4. Move будет D1. Дальше D5. Равно move D2 давайте. И D6 какой-то. D6 равно... Что у нас тут еще не использовалось? D3, да? D3. Вот. То есть опишите и посмотрите в консоли, что, где, когда вызывается. Но здесь... Явно, если вы пишете эти конструкторы, операторы присваивания перемещением, то вы увидите это воочию. Но в данном случае здесь у нас конструктор, здесь конструктор копирования, здесь конструктор копирования. Надо было вот так вот. D4. D4 равно D3. Вот здесь оператор присваивания 5, 6, 7. 7. Move, вот так вот понаделывайте у себя. Так, D5. Вот, и поразбирайтесь. Но в целом ничего сложного нету. Все сложности начинаются только тогда, когда у нас идет полная каша.
Мы вызываем move, а функции принимают L-value, либо вообще просто обычные объекты. Вот, и у нас ничего не работает, либо не компилируется, либо еще что-нибудь. Вот, здесь нужно четко понимать, что такое R-value и L-value ссылку. Если есть возможность объект переместить, а как работает перемещение, это вы возвращаетесь к примеру E, в котором явно показано, что будет с тем объектом, который как кандидат на перемещение. Он будет по-хорошему обнулен. Вот. Это либо компилятор сгенерит, ну, как бы можно так сказать, такой код, ну, это не совсем верно, либо вы сами укажете. Так вот, вы должны предполагать, что объект будет обнулен. Вот, поэтому нету конста. Поэтому всегда, когда вы видите R-value и пишете функции, которые принимают R-value, да, там 2 амперсанты, вы должны понимать, вы должны вспоминать вот этот примерчик E и понимать, ага, скорее всего, нужно объект переместить. А если нужно переместить, значит, нужно его перемещать и использовать move и соответствующие функции. Поэтому все, и так уже полчаса говорим. Спасибо за внимание. О R-value ссылках, я думаю, мы еще поговорим в советах, да, по языку C++, то есть от Скотта Мейерса, что-то там от Страуструпа будет, вот, об этих вещах мы еще поговорим. Но на этом, короче, все. Вот. Поэтому всем спасибо за внимание. Подписываемся, ставим лайки, делимся, комментируем. Ну, и всем пока.